Необычное ДТП около 2 часов дня произошло сегодня на улице Урицкого. В стоящий Kia Sorento въехал водитель мопеда. Мужчину госпитализировали. Известно, что он был в шлеме, но сильно ударился головой, о чем свидетельствует вмятина на машине. Пострадавший, как уверяют очевидцы, пожилого возраста. В каком он находился состоянии, неизвестно. Сотрудников госавтоинспекции вызвал водитель того самого корейского авто. Когда он обнаружил мужчину, тот был без сознания. Я в магазин зашел. Ну, на брелок вот пошел сигнал, что удар по машине. Голову разбил, там травмы есть, там ухо, бровь рассек. Он здесь же костная, это она всегда рассекается, даже при ударе небольшом. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Октябрьской и Пролетарской. Спецтехника въехала в Volkswagen. За рулем последнего сидел Андрей Дудель. Водитель с 2-летним стажем признался. Это первая в его жизни авария. К счастью, ни Андрей, ни его пассажирка не пострадали. Он остановился пропустить пешеходов, и он меня врезался, поворачивал. И врезался мне. Как удар почувствовали? Сильно? Не сильно, он слабо только с поворота выезжал. И такой рывок и все. Подпихнула машину. По факту еще 2 ДТП проводятся проверки. Официальных комментариев пока нет. Еще одна авария с участием мотоцикла на площади произошла в субботу около 11 часов. Водитель Volkswagen двигался по Максима Горького, а когда сворачивал влево на Советскую, не уступил дорогу Ямахе. Столкновение было неизбежно. Мотоцикл отбросило, и он влетел под колеса движущегося маршрутного транспортного средства. В результате ДТП водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения. В госпитализации он не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Только за прошлую неделю в Бобруйске зафиксировано 27 аварий. 4 из них пострадали люди. К счастью, обошлось без гибели. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.